Уже известный в Нягане клуб «28 петель» стал частью проекта «Нити добра». Его автор – куратор клуба Ольга Помилова. Если в сообществе «Добрые феи» вяжут жизненно необходимые шерстяные вещи только для недоношенных малышей, то в рамках проекта его масштабы стали значительно шире. В наш проект будет входить вязание для различных социальных учреждений. Мы будем вязать для перинатального центра города Ханты-Мансийска для недоношенных малышей. А также мы будем вязать для дома малютки, который находится в Урае, в нашем округе. Также будем вязать носки для постояльцев дома престарелых, тоже в нашем городе. А также планируется отправлять не только в нашем городе, но и в округе социальные учреждения, но и даже в учреждения нашей страны большой. Впервые поучаствовать в конкурсе решила и православная религиозная организация прихода храма святителя Алексия Московского, объединив ряд своих проектов в одно целое. Так в Нягане создан духовно-просветительский центр «Благовест», который будет направлен на повышение духовно-патриотического самосознания молодежи, пропаганды духовно-нравственных ценностей и общественно значимых традиций. Духовно-просветительский центр создается для реализации значимых и масштабных церковно-общественных проектов, направленных на сохранение русской православной истории и культуры, возрождение христианских традиций в семье и в обществе. Победителем второго конкурса 2020 года на предоставление грантов губернатора Югры также стала автономная некоммерческая организация «Росомахи». С проектом «Семейный хоккей» участники команды готовы внести свой вклад в популяризацию любительского спорта и развитие хоккея в Нягане, предоставив площадку для спортивного общения между отцами и детьми. Основная идея нашего проекта состоит в том, чтобы предоставить возможность жителям города заниматься хоккеем вместе с хоккейной командой «Росомахи» под руководством наших тренеров и при участии игроков. В Нягане в 2020 году в грантовых конкурсах различных уровней победителями стали 20 социально ориентированных некоммерческих организаций. Они готовы реализовать 38 проектов. 9 няганцев стали победителями первого конкурса гранта губернатора Югры для физических лиц, в том числе с проектом «Нити добра». Свою грантовую поддержку в размере чуть более 44 тысяч рублей Ольга Помилова потратит на пряжу, спицы и крючки.